На этих кадрах юные девушки, которые выбрали смертельный путь к совершенству. В погоне за модельными формами они утратили объективную оценку собственного тела. Они недовольны своим весом при явно выраженной худобе, давно отказались от мяса и жирных продуктов в пользу фруктов и овощей в максимально ограниченном количестве и довели организм до состояния, когда любые продукты питания пищеварительная система отторгает. По словам специалистов, каждый год в мире умирает 5% девушек, которые страдают анорексией. И еще около 10% могут умереть в течение 10 лет из-за осложнений, вызванных этой болезнью. В день борьбы с этим недугом мы встретились с эндокринологом-диетологом Химкинской областной больницы Валентиной Виноградовой и узнали, как худеть правильно и в каких случаях лучше не перегибать. 16 ноября – Международный день борьбы с анорексией. Действительно, человек, который болен этим недугом, с ним достаточно поговорить, убедить его, что ему необходимо питаться, или все-таки здесь более такая серьезная, обширная проблема? Когда человек болеет анорексией, он не всегда понимает, что у него на самом деле анорексия. Чаще всего они все-таки это отрицают. Что такое вообще анорексия? Это отрицание того, что тебе нужна еда. Ну, если совсем просто говорить. То есть человек перестает кушать от слова совсем, у него нет не только аппетита, он даже не понимает того, что для поддержания функции организма, да, для того, чтобы сердце билось, для того, чтобы голова работала, нужно все-таки кушать. В самом начале заболевания чаще всего люди себя именно заставляют не есть, они подавляют чувство голода, то есть, смотря на еду, они себе внушают, что она им не нужна, что им не хочется кушать. В дальнейшем уже происходит необратимое нарушения и в психике, и в физиологии организма, что не вырабатывается, например, слюна, не вырабатывается соляная кислота в желудке и так далее. Да? То есть организм уже не готов просто воспринимать пищу. И даже если человек захочет уже быть здоровым, вернуть себе, например, уже нормальную массу тела, да, не сниженную, это будет очень сложно достигнуть, потому что организм может отвергать уже пищу на поздних сроках как раз анорексии. Анорексия – это все-таки мультидисциплинарное заболевание, которое лечит не только неврологи, не только психиатры, но также и эндокринологи, и гинекологи. А вообще можно ли снижать вес голодания? Безусловно, существует множество практик, как мы можем снижать массу тела. Это и диеты, и интервальное голодание, и голодание в целом. Но надо понимать то, что нашему организму всегда нужно питание. У нас тратится неимоверное количество на то, чтобы просто билось сердце, на то, чтобы у нас работал мозг, на то, чтобы у нас происходило клеточное дыхание. Поэтому совсем полный отказ от еды – это неправильно. Абсолютно. Существуют практики, где идет интервальное голодание, когда, например, голодают 19 часов, 5 часов они едят. Скорее всего, организм будет воспринимать голодание как, я не знаю, какую-то войну, какую-то борьбу именно с ним, и через 2 дня, возможно, будут какие-то последствия в этом, да, то есть это может быть неимоверный голод. Например, суббота-воскресенье человек не кушает, в понедельник он начинает есть, и у него просто неостановимый голод, он не может наесться. Я считаю, что это неправильно. Поэтому к этому вопросу надо, безусловно, подходить именно со специалистом вместе. Те, кто хотят похудеть, говорят, что после 18 они стараются не есть. Правильно ли они поступают? Этот стереотип крайне неправилен. Почему? Потому что у нас у всех абсолютно, мне кажется, у каждого из нас абсолютно разный режим дня. Кто-то встает только в час дня, у кого-то работа это позволяет. Кто-то ложится в 6, такие тоже есть, и просыпается, я не знаю, в 4 утра. Как он, ну, он, безусловно, уже не будет кушать после 6. Чаще всего сейчас специалисты говорят о том, что надо кушать именно за 2-3 часа до сна. Почему? Потому что организму надо тоже подготовиться ко сну, да, нам надо, чтобы у нас желудок был пустой, так и сны будут сниться лучше. Следует также избегать именно большого количества углеводов на ночь, что может затруднить работу, например, нашей пищеварительной системы. Идеальный ужин, например, это какие-то овощи, сложные, возможно, углеводы, типа макароны, каких-то круп, которые не обработаны, и, безусловно, это белок, то есть мясо, но в небольшом количестве, потому что белок, который содержится, ну, мясные продукты, у нас все-таки достаточно долго пребывает в нашей пищеварительной системе. Говорят, что до 12 можно есть все, что угодно. Так ли это? Тоже очень интересный вопрос. Но, опять же таки, мы берем какого-то усредненного, видимо, человека, который просто работает по расписанию, просыпается, я не знаю, в 6 утра, ложится в 9 вечера. А может, кто-то просыпается в час дня, и ему что, ему ничего нельзя кушать? Тоже нельзя скушать кусочек торта? Ну, это совсем неправильно.
Почему говорят, что большое количество углеводов у нас должно именно быть до часу дня? Потому что до этого времени и после этого времени мы активно двигаемся. Мы работаем, мы идем на работу, мы гуляем с собаками, гуляем с детьми, занимаемся по дому какими-то домашними делами. С детства нас мамы приучали, что необходимо каждый день есть суп, что он полезен для желудка. Действительно ли это? Безусловно, очень часто мамы говорят еще, что вредно есть сухомятку. А сейчас есть теория о том, что у нас вообще вода вода в прием пищи – это вредно тем, что она разбавляет кислотность желудка. Очень много мифов у нас идет из детства. Если человек не хочет суп, почему он должен заставлять себя его есть? Суп – это очень насыщенная жирами пища. То есть, безусловно, она должна существовать в рационе, но если тебе его не хочется, почему ты должен заставлять его кушать? А вот каша полезна? Каша рознь. Опять, потому что есть каши, которые быстро завариваются, 3-5 минутки, и там еще очень много сахара, кроме того. И также там вот эта овсянка, она очень переработанная, даже бывает, что она обработана каким-то паром, я не знаю, то есть она очень быстро разваривается, что не есть хорошо. То есть это простой углевод, который у нас быстро усвоится, он нам даст чувство насыщенности, которое очень быстро и пройдет там, я не знаю, через полчаса, час уже опять захочется кушать. Есть каши овсяные, которые варятся 20-30 минут. То есть они не обработанные, то есть там большое количество клетчатки, и оно чувство насыщенности даст на более длительное время. Нужно ли себя приучать плотно завтракать, если по утрам у тебя совсем нет аппетита? Зачем? Завтрак – самый важный прием пищи. Безусловно, он важен, но если тебе не хочется кушать завтрак, зачем тебе его кушать, зачем тебя себя заставлять? Я считаю, что это просто насилие над организмом, тебе не хочется завтракать, значит, ты не завтракаешь, значит, ты свою норму углеводов пойдешь кушать в обед. Дробное питание, оно эффективно? Стоит ли разделять прием пищи на 6-7 раз в день, либо, допустим, 3 раза в день питаться – это вполне приемлемо? Практически отвечая на все вопросы, я говорила, что все индивидуально. Одно дело, если мы берем какого-нибудь спортсмена, которому нужно набрать массу, у которого рацион питания состоит, например, из 3000 калорий в день, либо там еще больше. Естественно, ему кушать 3 раза в день по 1000 калорий – это глупо, это очень вредно, и это будет только нагружать его пищеварительную систему. Другое дело, если мы возьмем молодую девушку, которая хочет похудеть, которая себе составила калораж, либо ей помог доктор-диетолог составить калораж на 1500 килокалорий, и разделим ее, например, на 5 приемов пищи. Это получится у нас по 300 килокалорий. Нужно ли она, естся ли она? Мне кажется, нет. В каждом конкретном случае нужен свой индивидуальный подход. Тогда, я думаю, будет у нас и рациональное, и сбалансированное питание у каждого человека. Белки, жиры и углеводы – важные элементы сбалансированного питания. И вместо того, чтобы отказывать себе в привычном рационе и создавать для организма стресс, достаточно сократить порции. Уже через пару недель цифры на весах начнут показывать меньшие значения.